Всем привет, ребята! Сегодня 3 января. У Милки 1-го было день рождения, но мы не смогли его отпраздновать, так как в этот день был Новый год. Вчера мы тоже не смогли, но сегодня мы будем его праздновать. С днем рождения, Милка! Эй, с днем рождения! Милка, давай посмотрим, что тебе написали подписчики. Поздравления? Да, они написали. Уху, ура! Тебе написали поздравления в Телеграме? И в лайке. Но в лайке я не смогу показать, так как на ноутбуке у меня лайка нету. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну и, конечно, на ютуб. Хорошо, вот я и снимаю. Вот, Милка, смотри. Так, посмотрю. Ух ты! Тебе написала... Извиняюсь, если я сейчас неправильно скажу, потому что я не учу английский. Я учу немецкий. Ну, прочитай по нему. Такой комментарий. Милка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе не болеть. Всегда оставаться такой же умной и красивой уточкой. Ура! Спасибо! Передаю тебе привет. Кстати, можете подписываться на канал Милка Дью. Это не мой канал, но я там админ. Это канал моей подписчицы. О, кстати, 31 подписчик. И у меня 31 подписчик. Подписывайтесь. Спасибо всем за поздравления. В лайки я сейчас посмотрю. Сейчас мы немного побегаем с Милкой, а потом с Розой. Милка, с днем рождения! Это вот такой тебе пакетик. Там лежат подарки. Спасибо, а я уже нарядилась. Классно, Милка. Давай я пока твой пакетик уберу, и мы будем праздновать. Ну а стол уже накрыт. Присаживайтесь, ребята. Милка. Милка. Привет, я Газ. Барсик. Привет! О, вот и Роза бежит. Ага, сколько тут угощений! У ребят тут вот такие конфетки, печеньки, пирожные и мандаринки. Также чай. С днем рождения, Милка! С днем рождения, Милка! С днем рождения, наша Милка! С днем рождения тебя! Спасибо! Милка, а теперь тебе будут ребята желать пожелания. Желаю тебе крепкого-крепкого здоровья и хорошей оценки в школе. Спасибо, Газ. А теперь я, можно? Конечно. Милка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда была умной и красивой уточкой. И у тебя было 1000 подписчиков. А вы, ребята, можете в этом помочь. Подписаться. О, это классное желание. Также хочу, чтобы ты хорошо училась в школе на одни пятерки. Но не была заучкой. Желаю много подарков в новом году и успехов. Спасибо! Ну, а я остался. Милка, с днем рождения поздравляю тебя. Люблю тебя, Милка. Желаю здоровья, счастья, веселья. Тоже желаю, чтобы у тебя было много подписчиков, и ты была красивой уточкой. С днем рождения! Спасибо всем за поздравления! Ну, а сейчас, ребятки, давайте включим мультики. Какие бы вы мультики хотели посмотреть? Барбоскины! Отлично, хорошо, все за? Да! Ну, ребята, можете начинать кушать. С днем рождения! Милка, с днем рождения! Спасибо! Ура! 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 Ребята, берите по пироженке. Вам по 2 пироженка. Можно мне, пожалуйста, мандарин? Конечно. Давай еще. А мне печеньку. Хорошо. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет? Конфетку. Угу, да. А я хочу еще пирожные. Хорошо, Барсик. Можно мне мандаринку? Конечно, Барсик. Ой, Газ, а ты что-нибудь хочешь? Да, я хочу мандаринку. Конечно, держи. Спасибо. А мы хотим печеньки. Нате вам по печеньке. Эх, вот бы каждый день был день рождения. А, хотя у меня завтра день рождения. Ну, мы пьем чай сегодня и за твой, и за на, и за мой. Я забрала вот такой набор. Итак, Лили, открывай глаза. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Спасибо, ребята!
Сейчас у ребят будет дискотека. Это дискотека за Милкин или Ли день рождения. Я как Федерико Феллини. А теперь прыгаем. Мне зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг без друга. Говоришь, надо с тобой быть рядом. Не одежда, хлебная на края, но чувства я даже не смогу наглядом. Расстаться одна, потому как ты хочешь. Что можем мы друг без друга? Ой-ой-ой, и черные глаза. Ой-ой-ой, я уже схожу с ума. На волосы надеть, тут не подходи. Все внутри меня горит, только буду повторить. Ты такая одна, и так без... У ребят закончилась вечеринка. Я занимаюсь спортивной акробатикой, точнее гимнастикой. Давай. Хорошо, у нас есть костюмки. Окей, давай. Вот так. Вау, ты прям мастерица. Вон туда я забралась. Вау, ты так высоко забралась? Да.